100-граммовая плитка из Швеции шоколада горького 70% какао с вполне адекватным и стандартным составом продается в магазине IKEA, там, где продукты, а не основные их товары. Вкусная, но довольно-таки приторная, по моим ощущениям. Горечи почти нету, она есть только чуть-чуть в самом конце поедания плиточки. Цвет обычный, темно-коричневый, а таковой она стала с налетом после жары в 35 градусов в городе. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки и ждите новые обзоры на интересные продукты. И, конечно же, не только.